Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Watch 2. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек. Итак, для этого мы открываем настройки и проходим в раздел «Система». И здесь мы выбираем «Отключение и сброс настроек» и нажимаем на галочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.